хватает такого времени, на сколько месяцев. Ну, вот вы сами были сейчас свидетелем, что в сознании надолго не хватает. По факту месяцев на 8 хватает. Отражение в зеркале очень быстро. Хочется еще, еще, еще. Когда мы делали? Осенью, да? Да, это где-то октябрь, наверное, октябрь-ноябрь. Ну, в основном мы сами носовой, делали. Вот, да. Там губки там чуть-чуть осталось, и мы делали немножко. Совсем. Мне эта девочка, вот, которую я к вам делала, этот сантимет, да. Она говорит, что у подруги видела от Рестилайна какие-то корки безумные на губах. Я не знаю, что за корки должны были быть. Корки? Она мне говорит, у меня тоже будут корки. Я говорю, не будет корок. Вот я видела, у моей подруги от Рестилайна были жуткие корки. Я говорю, не знаю, что за корки. Растилан, если вводить в губы, потому что он плотный, да. Препарат, это будет видимый, вот совершенно обозначенный вот для всех результат. Ну да. Но корки, но гематома может быть, но корки, если присоединилась какая-то инфекция, и место вкола уже тройневого канала. Вот может быть, вот чисто вот так, да. Да. Ага. У него бы такие корки были, у меня тоже будут корки, я говорю, не будет корки. Если будете говорить, вот руку будут. Держи. Как это мило. Больше не записывайте ее модели месяцев 6 еще. Нет, 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 нет. Этого абсолютно хватит. Я думаю, что это достаточно. Вот мне хочется, улыбнись, пожалуйста. Вот эти, вот чуть-чуть волюма, вот эти две ямочки зафиксировать немножко осталось. Либо в губы, вот как ты скажешь? Я думаю, губы хватит. Хватит. Да, сейчас губы не надо больше. Губы очень хорошо. Вы знаете, он вот, но они свои. Они хорошо, их много, но они очень такие естественные. Вот и Princess Filler, и Princess Volume вот дают такой результат, что как бы много не ввели, оно очень гармонично и естественно выглядит. То есть оно не само по себе на лице. Но они еще спадут же. Они сейчас могут дойти, сейчас да? Они спадут, потому что сейчас посттравматический отек. Я очень много делала вколов, поэтому отек вот на вкол игры. Ну, да. Они будут немножко поменьше. Она испугалась уже, что такие большие. Нет, они хорошенькие. У меня сколько свидетелей. Через какое-то время вам опять будет казаться, что ничего нет. Так, поглубже, или поверхностно улыбаемся. А вам нужно было просто вот, не филлер, а новогодний подарок, и прийти, ввести ее, или все-таки, чтобы кто-то вводил, тот, кто знает особенности. А так ввели, так как обычный препарат, поэтому вот и не поняли, а что же тут в нем такого. Да, понятно. Не дарите больше, Андрей, тем, кто не курит. Больше никаких подарков. Нет, нет, хорошо. Нет, а просто получилось, что сделали филлер, а там по показаниям то нужно волюму лучше делать. И, ну, не разочарование, да? Но... Нет, нет, разочарование, как раз наоборот. Я говорю, мне, в общем-то, и кажется, что и ничего.
по идее, по возрасту не должно быть сейчас прямо вот такое лицо молодое. Так что чуть-чуть есть, наверное. Вы очень правильно говорите, потому что когда переступают эту черту, да? Это становится смешно. Это становится смешно. Почему я обратила ваше внимание на зону около ушей, да, на височную область? Потому что здесь все отрезают, затягивают, затягивают, а тут вот. Да. Ну хорошо. Все. Вот оно счастье, да? Весна, видимо, в городе уже все. Весна, конечно, сейчас посмотрела телефон, у меня там, когда мы будем меня лепить? Доктор Дима, когда мы будем меня лепить? Да, уже весна, сейчас все начнут. Обострение, да. Гиалуронозависимых. Самооценка. Сразу мне захотелось тоже. Это заразно. Это заразно, да. Да. Сейчас это... еще девочки будут приходить, все. Это да, это точно, это как эпидемия, да? Так, просто я хочу убедиться, что все у меня ровненько. Все очень естественно. На мой взгляд, несколько вызывающе. Ну, это на мой взгляд, я не настаиваю. Мне нравится. Да, самое главное. Важно остановиться. Да? А в нижнюю еще немножко? Нет, некрасиво. Знаете, здесь важно, либо верхняя, либо нижняя должна быть больше. Ага. Да, мы чуть-чуть подкололи вот нижнюю, подчеркнули вот, да, да вот, да. Сохранив вот эту складочку, да, потому что иначе это было бы вот. Ну что бы это получилось? Маленькое расстояние тут, да. Много здесь и вот тут. Вот и что это? Нет, отлично. Поэтому, когда приносят картинки, говорят, хочу вот так. Анжелина Джоли. Да, 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 это самое частое. Самое частое. Да. Ну, да. Относитесь уже к Сток. Можно только подчеркнуть свое. Сделать как у другого, нет. Тогда уже это будете не вы в зеркале. Да, конечно. Все, вот так держите лодку, одна точка. Все. Ну все. И красота и все. Да, красота. Страшная сипка. Вот это. Горячего не пить. Угу. Ладно, сегодня тупненько. Да. И губы мы не накладываем макияж сегодня. Не хорошо. Хорошо. Солярий тоже не посещаем. Недели две. Чтобы не рассасывалось. Хорошо? Вниз вы только по контуру. Да? Я чуть-чуть. Чуть выше контура. Объем чуть выше контура. А теперь она, ну, что здесь, что здесь, как бы, гармонично, да. Просто я-то ее отговаривала сначала, ну, и так хорошая, зачем? Ну, да, но вот, когда хочется, это лучше сделать. Как бы к себе приглядываешься, уже знаешь, что... Хорошо. Ну, вот очень хорошо, правда. Я тоже вот так посмотрела, вот ничего не надо, вот, все очень хорошо. А вот посмотришь, сейчас лучше гораздо. А сейчас гораздо лучше. Гораздо, да. Очень много таких пациентов, таких, у которых вот обозначена проблема. Скажите что-нибудь. А вот что пожелание. Пожелание красоты, здоровья, счастья, весны. О, весна, да. Все, все. Уже весна, уже скоро. Губы, вот и веки нужны. А здесь что мы будем делать? Тут у нас тоже. У нас здесь много чего надо делать. Неправда.